Безопасность воды в уличном автомате остается под вопросом. Сообщение о том, что из аппарата на улице 850-летия течет водица с соляркой, появилось в соцсетях. Один из жителей написал, что когда он наливал жидкость в бутыль, почувствовал резкий запах то ли бензина, то ли солярки. Мужчина пожаловался на горячую линию компании. Технический персонал выехал на место и взял пробы воды, которые в дальнейшем сдали на исследование в Центр гигиены и эпидемиологии на Токарева. Кроме того, руководство компании заявило, что во время осмотра автомата никакого резкого запаха сотрудники не почувствовали, и жалоб от других горожан не поступало. И вот на прошлой неделе пришли результаты анализов. По результатам исследований показалось, что все показатели в норме, как микробиологические, так и химические показатели. Мы смотрели на запах, на цветность, на мутность, все показатели в нулевом диапазоне. Также микробиология в нулевом диапазоне. Все показывает на то, что вода чистая, никакого там солярки, никакой грязи дополнительной там не могло появиться. Анализы мы делали в лаборатории при Роспотребнадзоре, который находится на Токарева. Мы отправили предоставленные компанией результаты исследований во Владимирское управление Роспотребнадзора, чтобы проверить их на достоверность. Специалисты надзорного ведомства подтвердили, эти анализы действительно проводились в лаборатории на Токарева. И, судя по протоколу, вода безопасна, и никакой солярки в ней не было. Но из того ли аппарата были взяты пробы? А это знает только собственник. Органолептические показатели воды по тому протоколу, который вы направили, хорошие. Вода по основным показателям безопасна. Но опять же напомню, вода доставлена непосредственно заявителем. Не мы отбирали из автомата, как контрольно-надзорный орган, а непосредственно заявителем.